слушатели, телезрители. И первым, что я хочу сказать вам, с Новым годом вас. Сегодня мы имеем 14 января 2015 года. Сегодня по старому или по нашему славянскому православному календарю, католическому календарю в прошлом, мы имеем новый 2015 год. 7 дней назад мы имели рождение Господа нашего Иисуса Христа. День рождения Его, когда Он появился на эту землю. 7 января. Поэтому я всех вас, уважаемые радиослушатели, телезрители, приветствую и поздравляю с новым 2015 наступившим годом. Желаем вам счастья, успехов, Божьих благословений, чтобы начало этого года принесло вам исполнение тех важных желаний, которые у вас в сердце есть. Наверное, когда мы закончили 2014 год, мы подытоживали свои жизненные самые основные моменты. Самое важное, что было в уходящем 2014 году, и что должно прийти в 2015, мы тоже молились об этом и просили: «Господи, покажи мне тот путь, по которому мне идти». И этот путь, который вы избрали, он также в вашей власти по сегодняшний день и на сегодняшний день, в день нашего 2015 наступившего Нового года. Я хочу сказать вам, что Господь всех вас очень любит. Господь, Он есть наш Отец Небесный, который сотворил нас и дал нам дыхание жизни в ноздри наши, как говорит Слово Божье, и создал нас для того, чтобы мы выполнили определенное назначение Господа нашего. У каждого из нас, дорогие жители планеты Земля, есть свои назначения, ради которых вы появились на свет. Господь никого не создал так, лишь бы только для галочки, что вот я еще одного человека сотворил, еще один человек начал жить на этой земле, еще одна душа родилась и появилась на этой земле. Господь имеет в отношении меня, в отношении вас, дорогие радиослушатели, телезрители, определенные планы и намерения. Поэтому я бы хотел, чтобы нашим желанием в начале этого 2015 года было то, чтобы Господь благословил наш весь 2015 год, начиная с первого дня и оканчивая его 31 декабря 2015 года. Многие из родственников наших, из друзей, из знакомых, из близких нам не доживут, возможно, до конца этого года. Многие уйдут в вечность, перейдут порог жизни вечной и предстанут пред Господом для того, чтобы быть с Ним навеки и навсегда. Так учит нас Господь в Слове Своем, что люди, которые умирают в Господе, тела их физические, они распадаются, кости остаются, в течение короткого времени черви уничтожают их плоть, но наши духовные тела, наш духовный человек, который уходит в небо к Господу, он остается жить и находится с Господом там, в раю. Это тоже говорит Слово Божие, и Господь этому есть подтверждением на страницах Нового Завета. Я бы хотел прочитать в начале нашего разговора из книги пророка Исаии, 62 главы, такие слова. Это второй стих и несколько стихов ниже. «И увидят народы правду Твою,
и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцов славы в руках Господа, и царскую диадемою на длани Бога Твоего. Не будут уже называть Тебя оставленным, и землю Твою не будут более называть пустынею, но будут называть Тебя «Мое благоволение к Нему», а землю Твою замужнею, ибо Господь благоволит к Тебе, и земля Твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется невесте, так будут радоваться тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господи, не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Вот такие слова, которые сказал Господь через уста пророка Исаии. Это было очень знаменательным моментом. Это было то, о чем Господь предрекал и ранее. Он говорил о том, что я восстановлю народы, народ израильский, и я воссоздам этот город Иерусалим, славою его. Он говорит о том, что он будет благоговеть к народу своему, и он будет благословлять его. Дорогие мои возлюбленные братья и сестры, юноши и девушки, старцы и старицы, отроки и отроковицы, сегодня новый день и новый год, в который мы вступаем, 2015 год. Сегодня Господь посылает вам и мне, и всем нам слово утешения. Так было в те древние времена, в дни пророка Исаии. Это было примерно около 760-695 года до рождения Господа нашего Иисуса Христа. Это было слово, которое было пророческим словом. И в этом слове Господь укрепляет руки народа своего. Народом Божьим был избран этот малочисленный, этот гонимый, этот презираемый народ израильский, евреи. Господь в свое время избрал этот народ. Знаете, по какой причине Он избрал и назвал его своим народом? Этот народ не потому, что он был очень святой, или он был очень совершенный, или он духовный был, но там был один муж, человек, который проявил в огненных испытаниях абсолютную верность и преданность Богу. Вы помните, он берет сына своего, он был долгое время без детей, и вот рождается сын старости его. И Господь благословил этого сына, и он прожил уже более 14 лет на земле. И вот Господь ему говорит: иди и принеси на горе Мориа твоего сына единственного жертву мне. Можете себе представить, какое сложное было испытание для этого отца. Какова была сложная ситуация, о которой, возможно, и не знала мать, родившая его в очень преклонные годы. Вы можете себе представить, как было ему сказать о том своей жене и матери своего сына, единственного, что сегодня твой сын, возможно, больше не будет дышать, что он должен умереть, и что я должен заколоть его и принести в жертву Господу. Я думаю, что об этом мать не знала. Он собирается, берет все необходимое для того, чтобы принести жертву Господу, берет своего сына единственного,
ему уже было больше 14 лет, я так думаю, и идет туда для того, чтобы совершить жертвоприношение. Этот человек очень сильно любил Господа. Этот человек привязался к Господу, к Богу. Этот человек ничего более важного в жизни своей не имел и не замечал и не хотел иметь, как только то, чтобы быть сыном Отца своего Небесного. Было время, когда он приходит на эту гору, а сынок спрашивает: «Папка, вот и жертва здесь есть, и дрова есть, а где же агнец, который должен умереть?» Это испытание, наверное, залило кровью сердце отца своего. Я так думаю, он был единственный сын, и он был очень любимый, нежно любимый отцом и матерью своей. Но он, как мужчина, как отец, как человек, любящий Бога, набирает в себе силы, воздуха, сдерживая себя, говорит: «Сынок, сынок, Бог усмотрит жертву. Бог усмотрит жертву. Бог усмотрит жертву». Сегодня 2015 год. Дорогие наши радиослушатели и телезрители, в вашем 2015 жизненном году будет, возможно, тоже испытание. И Господь, кого любит, тех испытывает. Кого Бог любит и предназначает для того, чтобы сделать благословенным, сильным, могущественным, светом и примером для людей, он обязательно будет испытывать. Если это ваш первый год жизни, третий, пятый, десятый на этой земле, если вы отрок, если вы девочка, отроковица, если вы девушка или юноша, если вы человек средних или преклонных лет, если вы уже с головой, на которой миндаль полностью покрыл ваши волосы, вас Господь тоже испытывает. И испытает вас сильными испытаниями, такими, может быть, немножечко менее такими, как испытал этого мужа, этого отца, этого мужа по сердцу Божьему. Возможно, вам еще предстоит много испытаний иметь в этом 2015 году. Но Господь нам говорит: кого люблю, тех и наказываю, тех испытываю, тех обличаю, тех утешаю, тех защищаю. С теми, кто, чье сердце вполне предано мне, я, и он будет со мною. В нашем семействе есть не очень приятная вещь. В нашем семействе, в нашем родстве сегодня находится один из наших родственников почти на смертном одре. 4 раза химиотерапия, 3 раза операции. Онкология поразила и кровь, и кишечник, и легкие, и кости. Этот человек находится далеко от Сакрамента. Этот человек находится за многие тысячи миль от Сакрамента. Есть такой штат Джорджия. И в Атланте находится этот наш родственник. Уже давно-давно его люди, с которыми он лежал в госпитале, в онкологии, которых оперировали, так сказал врач, его лечащий, врач-онколог, который приходил к нему домой, и говорит: мы, говорит, в шоке на сегодняшний день.
Ничего подобного за мою жизнь, сколько я работаю в онкологии, я не видел. Люди обычно после первого сеанса терапии, максимум после второго, они уже в могилах. Этого человека что-то непонятное, кто и что его держит на сегодняшний день на земле. Дорогие мои радиослушатели, его держит Господь. Мы молимся, и находясь за тысячи миль, это было 4 ночи тому назад, ровно в 12 часов ночи мне было сказано, что дух смерти пришел к этому Николаю Алексеевичу. Я сильно испугался, я сильно взволновался и запретил духу смерти войти в это тело. Я призвал духа жизни, чтобы эта жизнь продолжалась в этом человеке. Знаете почему? Потому что вся жизнь его посвящена Господу. Он имеет церковь. Он является пастырем. И в этой церкви более 5 девочек, которые являются дочками его. И жена его еще. И дети его другие. И они теряют этого пастыря. Я говорю: Господи, во имя Иисуса Христа, я приказываю духу смерти вон из этого тела. Нет тебе части и места в этом теле. Это уже было 4 или 5 раз уже такое происходило. Это чудо совершает Господь и продлевает дни жизни. Я говорю: Господи, почему так долго? Почему сразу не исцеляешь его? Почему не освобождаешь от этих онкологических опухолей, которые поразили и кровь, и тело, и все органы? Был он у нас в Сакраменто. Мы молились о том, чтобы Господь исцелил и освободил его от лейкемии, от белокровия. Это было 4 года тому назад. Он уехал, радостный, веселенький, улетел в свой город, в Атланту, здоровенький. Но вот приехал в Атланту, и, как говорится, потихонечку сомнение начало работать в его теле. И эта лейкемия была... его организм был освобожден от лейкемии. Но вот метастазы сделали свою работу, и поразилась и кость его, и кишечник, и легкие. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, я говорю о том, что это был тот день, когда Иисус Христос по старому стилю родился на нашу землю. Когда было Рождество Господа нашего Иисуса Христа. И это было то время, когда этот человек, а я лежал в кровати своей и молился. Я читал Слово Божье и молился, и просил: Господи, я уже прошу многократно, прошу: Господи, пусть этот человек, если воля Твоя в том, он еще будет жить на этой земле, и пусть уста его свидетельствуют о том, что Ты совершил в жизни его, чтобы еще многие из тех, кто живет во имя Господне в Атланте, которые приходили, чтобы уже проститься с ним, уже провожали его в путь всей земли, как говорит Слово Божье, чтобы они увидели чудеса славы Твоей и силы, и благодати Твоей. Дорогие мои братья и сестры, я прошу вас, поддержите меня в том, о чем я прошу. И я прошу: Господи, есть ли воля Твоя, чтобы он еще продолжал жить и свидетельствовать о делах Твоих великих на этой земле, то пусть его дни жизни еще продлятся. Впрочем, не как я хочу, но как Тебе угодно, да будет, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, силой Божьего Духа Святого, соверши эту работу, если это в плане Твоей, в Твоем. Дорогие братья и сестры, мы читали из пророка Исаии эти слова, очень сильные слова. И
увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Но вот я еще прочитаю ниже несколько слов. Десятый стих. «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите дочери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом неоставленным». Это пророческие слова в день Нового года. Это был Новый год для евреев, потому что они находились в очень сложных обстоятельствах. И грядущий Мессия после дня мщения будет источником благодати. И говорит слово это: «И Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господнее благоприятное и день мщения Бога нашего, чтобы утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Дорогие мои жители Сакраменто, жители Калифорнии, жители Соединенных Штатов, всех штатов Америки, и наши уважаемые радио и телезрители, которые слушают нас через сателлит, через интернет и по всему лицу земли. С наступившим вам вас 2015 годом. И я хочу, чтобы эти слова, прочитанные мною только что, были словами, относящимися лично к вам, каждому, кто слушает мое слово, чтобы ваши сердца вдохнули новые потоки жизни после того, когда вы закончили ушедший в архив вечность 2014 год. Больше он не вернется. Ни одна иота из того, что вы прожили во все 365 лет дней жизни в этом 2014 году, больше никогда не вернется в жизни ваши. Это будет история. И эту историю пишет Бог. Бог говорит, что у каждого человека на земле пишется книга дел жизни его. И за каждым человеком, что он сказал или сделал, или помыслил, помыслил, также пишется книга помыслов его. И даже то, что никто из людей не знает, а мысль прошла в моем разуме, в моем мозгу, об этом тоже Господь все пишет. Когда вы переселитесь в новое государство, когда вы станете жителем нового Иерусалима и новой земли, на которых обитает правда, вам многое из того, что вы сегодня помните, даже и не припомнится от того, что вы будете иметь славу. Печаль и радость, и скорби, и расставание никогда более не коснутся вашей жизни, ваших глаз. Ваши глаза никогда не наполнятся больше слезами, и слезу, которую вы имеете сегодня, сам Господь утрет, и Он скажет: «Войдите, возлюбленные, избранные, в дом, в землю, в чертоги, приготовленные вам и вашим детям». Я бы хотел, чтобы в этом году было благословение Господне на вас, и чтобы Господь благословил всех нас вместе. Мы сильны тогда, когда мы едины. Посмотрите, мурашечки, говорит Слово Божье, они маленькие, но когда они вместе,
их сила в том, что они могут совершать определенные дела. Мы с вами маленькие мурашечки, хотя большого роста, но Господь да будет благословением вам и всем нам в наступивший 2015 год. Благослови вас Господь и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами и нами. Аминь. Мир вам. Входите тесными вратами, потому что широки врата.